В 19 веке набирают популярность подсвечники, подставки для свечей и канделябры, подсвечники сразу для нескольких свечей. Правда, они являлись обычными предметами только в домах сибирян среднего достатка и более обеспеченных. Подсвечники были как металлическими, так и фарфорами разных форм. Рядом с подсвечником всегда держали фитильные ножницы и гасильник в виде колпачка. В это же время в сельских домах использовали для освещения так называемый светец, напоминающий вилку. Это подставка для лучины, тонкой деревянной щепки. Все эти предметы из фондового собрания музея-заповедника Родина Ленина и лишь иногда участвуют в выставочных проектах.